А этот инструмент называется шэнь. Это духовой язычковый музыкальный инструмент, еще его называют губной орган. Это старинный музыкальный инструмент народности хань. Говорят, что он стал прототипом западных музыкальных инструментов. О нем подробнее нам расскажет специалист. Дело в том, что шэн — это очень древний инструмент. Примерно в 17 веке он по шелковому пути попал в Персию, а оттуда и в Европу. При игре на этом музыкальном инструменте звукоизвлечение происходит за счет вдыхания воздуха, прохождения его по трубкам и колебания язычка. А сыграйте какую-нибудь мелодию. Очень уж хочется услышать, как звучит этот инструмент.